Ты зачем мои часы взял? Куда ты собрался, я тебя спрашиваю. Ведь ты же мне слово дал. Я же тебе поверила. Ну хорошо, о себе ты не хочешь думать, а мы? Ты о ребенке своем подумай. Она же к тебе еще и привыкнуть не успела. А ты опять за старое? Ведь я же старухой стала. Ты меня догонал. Тише. Мартышку разбудишь. Я не могу тебя все время ждать. Я умру. Ведь ты же собирался работать. Тебе же обещали нормальную человеческую работу. Я скоро вернусь. Ай, в тюрьму ты вернешься. Только теперь тебе дадут не 5 лет, а 10. Ничего у тебя не будет все эти 10 лет. Ни зоны, ничего. А я за эти 10 лет сдохну. Господи, тюрьма. Да мне везде тюрьма. Пусти. Не пущу. Пусти, не пущу. Только катись! Чтоб ты там сгнил! Будь проклят день, когда я тебя встретила, подонок. Сам Бог тебя таким ребенком проклял. И меня из-за тебя подлеца, подонок. Телепатии, ни привидения, ни летающих тарелок. Ничего этого быть не может. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться. И не надейтесь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно. А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что... Стану спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник АБЦ, который равен треугольнику А', Б', С'. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой церкви Бог. Люди были молоды, а теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел. Ой, как скучно. Но вы же сами говорили, что зона порождение сверхцивилизации, которая... Тоже, наверное, скука. Тоже какие-нибудь законы, треугольники. И никаких тебе домовых, и уж, конечно, никакого Бога. Потому что, если Бог – это тот самый треугольник, то я уж просто и не знаю. А? Это за мной. Прелестно. Прощайте, друг милый. Извините. Эта дама любезно согласилась идти с нами в зону. Она мужественная женщина. Ее зовут... Простите, вас, кажется, зовут... Так вы что, действительно сталкер? Сейчас я все объясню.
кретин. Все-таки напились. Я? В каком смысле? Я просто выпил. Как это делает половина народа населения. Другая половина, да, напивается. Женщины и дети включительно. А я просто выпил. Наливали тут. Пейте, пейте, рано еще. Ну что, может, по стаканчику на дорогу, а? Как вы считаете? Понятно. Сухой закон. Алкоголизм – бич народов. Ну что ж, будем пить пиво. Это что, с нами? Ничего, он протрезвеет. Ему тоже туда надо. А вы что, действительно профессор? Если угодно. Ну что ж, в таком случае разрешите представиться. Меня зовут... Вас зовут писатель. Хорошо, а как зовут меня? Вас? Вас профессор. Ага, понятно. Я писатель, мне, естественно, все почему-то зовут писатель. И о чем же вы пишете? Ой, о читателях. Ну, очевидно, ни о чем другом и писать не стоит. Ну, конечно, писать вообще не стоит. Ни о чем. А вы что, химик? Скорее физик. Тоже, наверное, скука. Поиски истины. Она прячется, а вы ее всюду ищете. То здесь копнете, то там. В одном месте копнули, ага, ядро состоит из протонов. В другом копнули, красота. Треугольник АБС равен треугольнику А прим, Б прим, С прим. А вот у меня другое дело. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с ней что-то такое делается, что выкапывал-то я истину. А выкопал кучу, извините, не скажу чего. Вам-то хорошо. А вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок. В свое время в него объедки кидали. А нынче он вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. И все охают, ахают. А вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь шутник. Веселье ради. Аханье, как ни странно, стихает. Ценители. И вы все время об этом думаете? Ой, Боже, сохрани. Я вообще редко думаю, мне это вредно. Ведь невозможно писать и при этом все время думать об успехе или, скажем, наоборот, о провале. Натюрлих. Но, с другой стороны, если меня не будут читать через 100 лет, то на кой мне хрен тогда вообще писать? Скажите, профессор, зачем вы впутались в эту историю, а? Зачем вам зона? Ну, я в каком-то смысле ученый. А вот вам зачем? Модный писатель. Женщина, наверное, на шее гроздями вешается. Вдохновение, профессор. Утеряно вдохновение. Иду выпрашивать. Так вы что же, исписались? Что? Да, пожалуй, в каком-то смысле. Слышите? Это наш поезд.
Да вы крышу с машины сняли? Снял, снял. Люкер, если я не вернусь, зайди к жене. Черт, сигареты забыл купить. А? Не возвращайтесь, не надо. А что? Нельзя. Вот все вы такие. Какие? Верите во всякую чепуху. Придется оставить на черный день. И вы действительно ученый? Ложись. Не двигайтесь. Смотрите, там никого нет. Да быстрее вы, ради бога! Никого нет. Идите к тому выходу.
Поглядывайте здесь, пожалуйста. Вы канистру не забыли? Здесь полная. Вот я давеча говорил вам, вранье все это. Плевал я на вдохновение. А потом... Откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или, скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется, как медуза на солнце. Видели когда-нибудь? Сознание мое хочет победы вегетарианству во всем мире. А подсознание изнывает по куску сочного мяса. А чего же хочу я? Я! До мирового господства, по меньшей мере. А зачем в зоне тепловоз? Он заставу обслуживает. Дальше он не пойдет. Они туда не любят ходить. Есть на путях дрезина. Какая дрезина? Идите, идите.
Канистру. Бросьте вы свой рюкзак, наконец, он же мешает. Это вы, я гляжу, на легке, как на прогулку. Если кого-нибудь заденет, не кричать, не метаться. Увидят, убьют. Потом, когда все стихнет, ползите назад, к заставе. Утром подберут. Они нас не догонят. Да что вы? Они ее боятся, как огня. Кого?
Вот. Мы и дома. Тихо как. Это самое тихое место на свете. Вы потом сами увидите. Тут так красиво. Тут ведь нет никого. Мы же здесь. Ну, три человека за один день не могут здесь все испоганить. Почему не могут? Могут. Странно, цветами почему-то не пахнет. Илья, вы не чувствуете? Болотом воняет, это я чувствую. Нет, нет, это рекой, тут же река. Тут недалеко цветник был, а дикобраз его взял и вытоптал, с землей сравнял. Но запах еще долго оставался, много лет. А зачем он вытоптал? Не знаю. Я тоже его спрашивал, зачем. Он говорит, потом сам поймешь. Мне-то кажется, он просто возненавидел зону. А это что, фамилия такая? Дикобраз? Да нет, кличка так же, как и у вас. Он годами людей в зону водил, и никто ему не мог помешать. Мой учитель. Он мне глаза открыл. И звали его тогда не Дикобраз, а так и называли. Учитель. А потом что-то с ним случилось. Сломалось в нем что-то. Хотя, по-моему, он просто был наказан. Помогите мне, тут вот гайки, к ним вот эти бинтики надо перевязать. А я... пройдусь, пожалуй. Мне тут надо. Только не разгуливайте здесь. Очень. Куда это он? Может быть, просто хочет побыть один. Зачем? Здесь и втроем-то как-то неуютно. Свидание с зоной. Он же сталкер. И что из этого следует? Видите ли, сталкер в каком-то смысле призвание. Я его другим представлял. Каким? Ну, кожаные чулки, там чинганчгуки, большие змеи. У него биография пострашнее. Несколько раз в тюрьме сидел, здесь калечился, и дочка у него мутант. Жертва зоны, как говорится, без ног она будто бы. А что там насчет этого дикобраза? И что значит «был наказан»? Это что, фигура речи? В один прекрасный день дикобраз вернулся отсюда и неожиданно разбогател. Немыслимо разбогател. Это что, наказание такое? А через неделю повесился. Почему? Тише. Это что еще такое?
Примерно лет 20 тому назад здесь будто бы упал метеорит. Спалил дотла поселок. Метеорит этот искали, ну и, конечно, ничего не нашли. А почему, конечно? Потом тут стали пропадать люди. Уходили сюда и не возвращались. Ну? Ну и, наконец, решили, что метеорит этот не совсем метеорит. И для начала поставили колючую проволоку, чтобы любопытствующие не рисковали. Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в зоне есть место, где исполняется желание. Ну, естественно, зону стали охранять, как зеницу ока. А то мало ли у кого какие возникнут желания. А что же это было, если не метеорит? Ну, я же говорю, неизвестно. Ну, а сами-то вы что думаете? Да ничего я не думаю. Что угодно. Послание человечеству, как говорит один мой коллега. Или подарок. Ничего себе подарочек. Зачем им это понадобилось? Чтобы сделать нас счастливыми. А цветы снова цветут, только не пахнут почему-то. Вы извините, что я вас тут бросил, но этим все равно рано было. О, слыхали? А может, это правда, что здесь живут? Кто? Ну, вы же сами мне рассказывали эту историю. Ну, туристы эти, которые стояли здесь, когда возникла зона. В зоне никого нет и быть не может. Ну что же, пора. Как же мы вернемся? Здесь не возвращается. В каком смысле? Пойдем, как условились. Каждый раз я буду давать направление. Отклоняться от этого направления опасно. Первый ориентир вон, последний столб. Идите, идите первый, профессор. Теперь вы. Старайтесь след в след.
Господи. А где же они что, так здесь и остались, люди? А кто их знает? Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники. Давайте вы, профессор. Вы писатель? Вот там и есть ваша комната. Нам туда. Что же вы, цену набивали? Это же рукой подать. Да, но рука должна быть очень длинной. У нас такой нет. Оставьте! Нельзя! Не надо! Не трогайте! Да не трогайте же вы! Да вы что? Спятили? Вы что? Я же говорил, тут не место для прогулок.
Зона требует к себе уважения, иначе она карает. Карает. Только попробуйте еще раз что-нибудь такое. У вас что, языка нет? Я же просил. Нам туда? Да, подняться, войти и сразу налево. Только мы здесь не пойдем. Мы пойдем кругом. Это еще зачем? Здесь не ходят. В зоне вообще прямой путь не самый короткий. Чем дальше, тем меньше риск. Ну, а если напрямик? Это что, смертельно? Ведь вам же сказали, что это опасно. А в обход не очень. Тоже опасно, конечно. Но я же говорю, здесь не ходят. Да мало ли кто где не ходит. Ну, а если я все-таки... Послушайте, вы... Тащиться куда-то в обход, а здесь все перед носом. И здесь риск, и там риск. Какого черта? Знаете, вы очень легкомысленно к этому относитесь. Надоели все эти гайки с бинтиками. Ну их. Вы как хотите, а я пойду. Да он просто не вменяем. Сами вы знаете ли. Можно мне? Ветер поднимается. Чувствуете? Трава. Ну что ж, тогда тем более. Что тем более? Постойте. Да уберите вы руки. Хорошо. Пусть тогда профессор будет свидетелем. Я вас туда не посылал. Вы сами идете. По доброй воле. Самый по доброй. Что еще? Ничего. Идите. И дай Бог, чтобы вам повезло. Послушайте, если вы вдруг что-то заметите или даже только почувствуете что-то особое, немедленно возвращайтесь, иначе... Только не кидайте мне железки в затылок! Стойте, не двигайтесь. Зачем вы? Что зачем? Зачем вы его остановили? Как? Я думал, это вы.
Что случилось? Зачем вы меня остановили? Я вас не останавливал. А кто? Вы? Черт его знает. А вы молодец, гражданин Шекспир. Вперед идти страшно, назад совестно. Вот и скомандовал сам себе не своим голосом. Даже отрезвел со страху. Что, что? Прекратите. Зачем вы мою бутылку выли? Прекратите, я требую, наконец! Зона – это очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Не скрою, были случай, когда людям приходилось возвращаться с полдороги, несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнат. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. Не знаю, не уверен. Мне так кажется, что пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Ни плохих или хороших, а несчастных. Но даже самый разнесчастный гибнет здесь в трещоты, если не умеет себя вести. Вам повезло, вас она предупредила, а могла бы и не предупредить. А вы знаете, я вас, пожалуй, здесь подожду. Пока вы назад не пойдете. Осчастливленные. Это невозможно. Уверяю вас, у меня с собой бутерброды, термос. Во-первых, без меня вы здесь и часу не выдержите. А во-вторых? А во-вторых, здесь не возвращаются тем путем, каким приходят. И все-таки я предпочел бы... Тогда мы все вместе немедленно идем обратно. Деньги я вам верну. Разумеется, за вычетом некоторой суммы, за... Ну, за беспокойство, что ли. Отрезвели, а, профессор? Ладно, бросайте вашу гайку. Эй, где вы там? Идите сюда. Вы что, устали?
О, Господи. Опять, кажется, наставление будет читать, судя по тону. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит. Мы что, уже идем? Конечно. А что? Подождите, я думал, что вы только хотите нам что-то показать. А как же мой рюкзак? А что случилось с рюкзаком? Как что случилось? Я его там оставил. Я же не знал, что мы идем. Теперь уж ничего не поделаешь. Нет, что? Надо вернуться. Это невозможно. Да я не могу без рюкзака. Здесь не возвращаются. Поймите, еще никто здесь той же дорогой не возвращался. Да плюньте вы на этот рюкзак. Что у вас там? Бриллианты? Вы забыли, куда идете. Комната даст вам все, что захотите. Действительно. Сверх головы закидает рюкзаками. А далеко до этой комнаты? По прямой 200 метров. Да только здесь не бывает прямых. Вот в чем беда. Идемте. Оставьте свой ползучий эмпиризм, профессор. Чудо вне эмпирики. Вспомните, как чуть не утонул святой Петр. Идите, писатель. Куда идти? Вот по этой лестнице. Профессор, где вы там?
Ну вот и сухой тоннель. Ничего себе сухой. Это местная шутка. Обычно здесь вообще плавь надо. Я же вам объяснял. Что объяснял? Это зона, понимаете? Зона. Идемте скорее. Здесь идемте. Вот и он. Я, разумеется, весьма признателен вам, что вы только... Как вы сюда попали? Большую часть пути я прополз на четвереньках. Невероятно. Но как вам удалось обогнать нас? Как обогнать нас? Я вернулся сюда за рюкзаком. За рюк... А откуда здесь наша гайка? Боже мой. Это же ловушка. Здесь же дикобраз специально гайку повесил. Как же зона нас пропустила? Господи, да я теперь шагу не сделаю, пока хорошенькое дело. Все, отдых. Только держитесь подальше от этой гайки на всякий случай. Я уж грешным делом думал, что профессор не выберется. Я ведь никогда не знаю заранее, каких людей я веду. Все выясняется только здесь, когда уж поздно бывает. Мы-то ладно. Главное, профессорский мешок с подштанниками цел остался. Ну и не суйте свой нос в чужие подштанники, если не понимаете. А что тут понимать, собственно? Подумаешь, бином Ньютона. Тоже мне психологические бездны. В институте мы на плохом счету. Средств на экспедицию нам не дают. Набьем-ка мы наш рюкзак всякими там манометрами, дерьмометрами. Проникнем в зону нелегально. И все здешние чудеса поверим алгеброй.
Никто в мире про зону понятия не имеет. И тут, конечно, сенсация. Телевидение, поклонницы кипятком писают, лавровые веники несут. Появляется наш профессор весь в белом и объявляет: «Мене-мене текел упарсин». Ну, натурально, все разевают рты и хором кричат: «Нобелевскую ему!» Писательшка вы задрипанный, психолог доморощенный. Вам бы стены в сортирах расписывать. Трепло бездарное. Вяло, вяло, не умеете. Не знаете вы, как это делается. Ну, хорошо, я иду за Нобелевской премией, ладно. А вы зачем поспешаете? Хотите одарить человечество перлами своего покупного вдохновения? Плевал я на человечество. Во всем вашем человечестве меня интересует только один человек. Я, то есть. Стою я чего-нибудь или я такое же дерьмо, как некоторые прочие? А если вы узнаете, что вы в самом деле... Знаете что, господин Эйнштейн? Не желаю я с вами спорить. В спорах рождается истина, будь она проклята. Послушайте, Чинганчгук, ведь вы приводили сюда множество людей. Не так много, как бы мне хотелось. Ну, все равно, не в этом дело. Зачем они сюда шли? Чего они хотели? Скорее всего, счастья. Ну да, но какого именно счастья? Люди не любят говорить о сокровенном. И потом, это ни вас не касается, ни меня. В любом случае, вам повезло. А я вот за всю жизнь не видел ни одного счастливого человека. А я тоже. Они возвращаются из комнаты, я веду их назад, и больше мы никогда не встречаемся. Ведь желания исполняются не мгновенно. А сами вы никогда не хотели этой комнаткой попользоваться, а? А мне и так хорошо. Профессор, послушайте, я вот все насчет покупного вдохновения. Положим, войду я в эту комнату и вернусь в наш богом забытый город гением. Вы следите? Но ведь человек пишет, потому что мучается, сомневается. Ему все время надо доказывать себе и окружающим, что он чего-нибудь достоит. А если я буду знать наверняка, что я гений? Зачем мне писать тогда? Какого рожна? Вообще-то, я должен сказать, существуем мы для того, чтобы... Сделайте любезность, но оставьте вы меня в покое.
Ну, дайте мне хоть подремать немного. Я же не спал сегодня всю ночь. Оставьте свои комплексы при себе. Во всяком случае, вся эта ваша технология, все эти домны, колеса и прочая мыта-суета, чтобы меньше работать и больше жрать. Все это костыли и протезы. А человечество существует для того, чтобы создавать произведения искусства. Это, во всяком случае, бескорыстно, в отличие от всех других человеческих действий. Великие иллюзии, образы абсолютной истины. Вы меня слушаете, профессор? О каком бескорыстии вы говорите? Люди еще с голоду мрут. Вы что, с Луны свалились? Это наши мозговые аристократы. Вы же абстрактно мыслить не умеете. Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни? И мыслить заодно. Бесполезно. Вы хоть и профессор, а темный. Зрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять? Thank you.
же тень твоя. С них шли в селяне отстоящие стадии на 60, это называемые, и разговаривали между собой о всех сих событиях. Когда они разговаривали, рассуждали между собой. И сам, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали. Он же сказал ему, о чем это вы? Ведь рассуждаете между собой, от чего вы печальны. Один из них именем. Проснулись. Вот вы говорили тут о смысле нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее, музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует у нас в ответ на приведенный гармонией шум? И превращает его для нас в источник высокого наслаждения, и объединяет, и потрясает. Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому, и ни для чего так, бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл, и причину. Это что же, туда идти? К сожалению, другого пути нет. Как-то тускло. А, профессор? Тут мне как-то идти первым нежелательно. Большой змей добровольцем не бывает. Простите, видимо, надо тащить жребий. Вы не против? Нет, здесь я все-таки предпочел бы добровольца. У вас спички есть? Спасибо. Пойдет длинная. Тащите. Длинная. На этот раз не повезло. Вы бы хоть гаечку туда бросили, что ли? Конечно, пожалуйста.
Ладно. Иду, иду. Быстрее, профессор. Thank you.
Здесь? Здесь дверь какая-то. Здесь дверь какая-то. Опять я. И входить я. Вам же жребий выпал. Идите, тут нельзя долго. Что у вас там? Тут нельзя с оружием. Вы же погибнете так и нас погубите. Вспомните танки. Бросьте, я вас очень прошу. Вы что, не понимаете? Тише. Если что-нибудь случится, я вас вытащу. А так, я вас очень прошу, ну в кого? Ну в кого вы там будете стрелять? Идите, идите, у нас мало времени. Тут вода. Ничего, держитесь за поручни и надеюсь, ничего такого нет? Чего? Ну, вроде пистолета. Нет, у меня на крайний случай ампула. Какая ампула? Ну, ампула зашита. Яд. Боже мой. Вы что ж, умирать сюда пришли? Это так, на всякий случай. Я же вам сказал ждать у входа. Стойте, не двигайтесь. Все ваша труба. Что? Ничего. Вам бы по ней первому. Вот он и полез не туда с перепугу.
Вот еще эксперимент. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Да фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. Здесь все кем-то выдумано. Все это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. Почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано. Другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные. У них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют, давай, давай. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего не желают знать, они только жрут. Ну и везет же вам. Боже мой, да теперь... Теперь вы 100 лет жить будете. Да. А почему не вечно? Как вечно лежит?
Вы, наверное, прекрасный человек. Я, правда, и не сомневался почти. Но все же вы такую муку выдержали. Эта труба – страшное место. Самое страшное в зоне. У нас его называют мясорубкой, но это хуже любой мясорубки. Сколько людей здесь погибло? И дикобраз брата тут подложил. Такой был тонкий, талантливый. Вот послушайте. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло, только этого мало. Хорошо, правда? Это его стихи. Что ты все елишь, что ты суетишься? Хорошо. Я просто... Смотреть тошно. Вы не представляете себе, как я рад. Это ведь не часто бывает, чтобы все дошли, кто вышел. Вы правильно вели себя. Вы хорошие, добрые, честные люди. Я горжусь тем, что не ошибся. Он, видите ли, рад до смерти, что все хорошо получилось. Судьба, зона. Я, видите ли, прекрасный человек. А ты думаешь, я не видел, как ты мне две длинных спички нет, подсунул? Нет, вы не понимаете. Ну, конечно, куда мне? Вы меня извините, профессор, но я не хочу сказать ничего дурного, но вот этот гнус почему-то вас выбрал своим любимцем. Зачем вы так? А меня, как существо второго сорта, сунул в эту трубу. Мясорубка. Слово-то какое. Да какое ты имеешь право решать, кому жить, а кому в мясорубке лезть? Я ничего не выбираю, поверьте, вы сами выбрали. Что я сам выбрал? Одну длинную спичку из двух длинных? Спички – это ерунда. Еще там, под гайкой, зона пропустила вас, и стало ясно. Уж если кому и суждено пройти мясорубку, так это вам. А уж мы за вами. Ну, знаете ли... Я никогда сам не выбираю, я всегда боюсь. Вы не представляете себе, как это страшно ошибиться. Но ведь кто-то должен идти первым. Да. Нет, это не клиника. Видите ли, кто-то должен идти первым. Как вам это нравится? Не трогайте! Девятую лабораторию, пожалуйста. Одну минутку. Слушаю. Надеюсь, не помешал? Что тебе надо? Всего несколько слов. Вы спрятали, я нашел. Старое здание, четвертый бункер. Ты меня слышишь? Я немедленно сообщаю в корпус безопасности. Можешь. Можешь сообщать, можешь писать на меня свои доносы, можешь натравливать на меня моих сотрудников, только поздно. Я ведь в двух шагах от того самого места. Ты меня слышишь? Ты понимаешь, что это конец тебе, как ученому? Ну так радуйся. Ты понимаешь, что будет? Что будет, если ты посмеешь? Опять пугаешь. Да, я всю жизнь чего-то боялся. Я даже тебя боялся. Но теперь мне совсем не страшно, уверяю тебя. Боже мой, ты ведь даже не Герострат. Ты... Тебе просто всю жизнь хотелось мне нагадить за то, что 20 лет назад я переспал с твоей женой.
теперь ты в восторге, что тебе наконец удалось со мной сквитаться. Ладно, иди, делай свою гнусность. Не смей вешать трубку. Тюрьма еще не самое страшное, что тебя ожидает. Главное, что ты сам себе никогда не простишь этого, я знаю. Да я просто вижу, как ты висишь над парашей на собственных подтяжках. Что это вы там такое затеяли? А, профессор? А вы представляете, что будет, когда в эту самую комнату поверят все? И когда они все кинутся сюда? А ведь это вопрос времени. Не сегодня, так завтра. И не десятки, а тысячи. Все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей. И такие благодетели рода человеческого. И не за деньгами, не за вдохновением, а мир переделывать. Нет, я таких сюда не беру, я же понимаю. Да что вы можете понимать, смешной вы человек? Потом не один же вы на свете сталкер. Да никто из сталкеров и не знает, с чем сюда приходят. И с чем отсюда уходят те, которых вы ведете. А количество немотивированных преступлений растет. Не ваша ли это работа? А военные перевороты? А мафии в правительствах не ваши ли это клиенты? А лазеры? А все эти сверхбактерии, вся эта гнусная мерзость, до поры до времени спрятанная в сейфах? Да прекратите вы этот социологический понос. Неужели вы верите в эти сказки? В страшные, да. В добрые нет, а в страшные сколько угодно. Да бросьте вы, бросьте. Не может быть у отдельного человека такой ненависти или, скажем, такой любви, которая распространялась бы на все человечество. Ну, деньги, баба, ну, там, месть, чтоб начальника машины переехал. Ну, это туда-сюда. А власть над миром, справедливое общество, царство Божие на земле. Это ведь не желание, а идеология, действия, концепции. Неосознанное сострадание еще не в состоянии реализоваться. Ну, как обыкновенное инстинктивное желание. Да нет, разве может быть счастье за счет несчастья других? Вот я совершенно ясно вижу, что вы замыслили сокрушить человечество каким-то невообразимым благодеянием. А я совершенно спокоен. И за вас, и за себя, и уж тем более за человечество. Потому что ничего у вас не выйдет. В лучшем случае получите вы свою Нобелевскую премию. Скорее всего, будет вам что-нибудь такое уж совсем несообразное, о чем вы вроде бы и думать не думаете. Телефонное. Мечтаешь об одном, а получаешь совсем другое. Зачем вы? Телефон, электричество. Смотрите-ка, замечательное снотворное. Сейчас такого уже и не выпускают. Откуда здесь столько? Может быть, пойдем туда? Скоро вечер. Темно будет возвращаться. Между прочим, я прекрасно вижу, что все эти чтения стихов и хождение кругами есть не что иное, как своеобразная форма принесения извинений. Я вас понимаю. Тяжелое детство, среда. Но вы не обольщайтесь. Я вас не прощу. А вот этого не надо. Я прошу вас.
профессор, подойдите к нам. Одну минуточку. Не надо торопиться. А я и не тороплюсь никуда. Я знаю, вы будете сердиться, но все равно я должен сказать вам. Вот мы с вами стоим на пороге. Это самый важный момент вашей жизни. Вы должны знать, что здесь исполнится ваше самое заветное желание, самое искреннее, самое выстраданное. Говорить ничего не надо. Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится добрее. А главное, главное, верить. Ну, а теперь идите. Кто хочет первым? Может быть, вы? Я? Нет, я не хочу. Я понимаю, это не так просто. Но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет. Едва ли это пройдет. Во-первых, если я стану вспоминать свою жизнь, то вряд ли стану добрее. А потом, неужели ты не чувствуешь, как это все срамно?
обижаться, сопли распускать, молиться. А что дурного в молитве? Это вы из гордости так говорите. Вы успокойтесь, вы просто не готовы. Это бывает довольно часто. Может быть, раньше вы? Я? Вуаля! Перед нами новое изобретение профессора. Прибор для исследования человеческих душ. Душемер. Это всего-навсего бомба. Что-что? Шутка. Нет. Просто бомба, 20 килотонн. Зачем? Мы собрали ее с друзьями, с бывшими моими коллегами. Никому, как видно, никакого счастья место это не принесет. А если попадет в дурные руки, впрочем, я теперь уже не знаю. Нам тогда пришло в голову, что разрушать зону все-таки нельзя. Если это даже и чудо, это часть природы, а значит, надежда в каком-то смысле. Они спрятали эту мину, а я ее нашел. Старое здание, 4-й бункер. Видимо, должен существовать принцип. Никогда не совершать необратимых действий. Я ведь понимаю, я ведь не маньяк. Но пока эта язва здесь открыта для всякой сволочи, ни сна, ни покоя. Или, может быть, сокровенное не позволит? А? Бедняжечка выбрал себе проблемку. Ничего не осталось у людей на земле больше. Это ведь единственное место, куда можно прийти, если надеяться больше не на что.
Ведь вы же пришли. Зачем же уничтожаете веру? Да замолчи! Я же тебя насквозь вижу. Плевать ты хотел на людей. Ты же деньги зарабатываешь на нашей тоске. Да не в деньгах даже дело. Ты же здесь наслаждаешься. Ты же здесь царь и бог. Ты, лицемерная гнида, решаешь, кому жить, а кому умереть. Он еще выбирает, решает. Я понимаю, почему ваш брат-сталкер сам никогда в комнату не входит. А зачем? Вы же здесь властью упиваетесь, тайной, авторитетом. Какие уж тут еще могут быть желания? Это неправда, неправда. Вы ошибаетесь. Сталкеру нельзя входить в комнату. Сталкеру вообще нельзя входить в зону с корыстной целью. Нельзя. Вспомните дикобраза. Да. Вы правы, я гнида, я ничего не сделал. В этом мире ничего не могу здесь сделать. Я и жене не смог ничего дать. И друзей у меня нет, и быть не может. Но моего вы у меня не отнимаете. У меня и так уж все отняли там. За колючей проволокой. Все мое здесь, понимаете? Здесь. В зоне. Счастье мое, свобода моя, достоинство, все здесь. Я ведь привожусь сюда, таких же, как я, несчастных, замучен. Им не на что больше надеяться. А я могу, понимаете, я могу им помочь. Никто им помочь не может, а я гнида могу. Я отчасти плакать готов, что могу им помочь. Вот и все, ничего не хочу больше. Не знаю, может быть. Но все равно ты меня извини, только... Да ты просто юродивый. Ты ведь понятия не имеешь, что здесь делается. Вот почему, по-твоему, повесился дикобраз? Он в зону пришел с корыстной целью и брата своего загубил в мясорубке из-за денег. Это я понимаю. А почему он все-таки повесился? Почему еще раз не пошел? Теперь уж точно не за деньгами, а за братом. А? Как раскаялся? Он хотел. Он, я не знаю, через несколько дней он повесился. Да здесь он понял, что не просто желания, а сокровенные желания исполняются. А что ты там в голос кричишь? Здесь то сбудется, что натуре твоей соответствует сути, о которой ты понятия не имеешь, и она в тебе сидит и всю жизнь тобой управляет. Ничего ты, кожаный чулок, не понял. Дикобраза неалчность одолела. Да он в этой луже на коленях ползал, брата вымаливал. А получил кучу денег. И ничего иного получить не мог. Потому что дикобразу дикобразово. А совесть, душевные муки, это все придумано от головы. Понял он все это и повесился. Не пойду я в твою комнату. Не хочу дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать. Даже на твою. А потом, как дикобраз, в петлю лезть. Лучше уж я в своем вонючем писательском особняке сопьюсь тихо и мирно. Нет, большой змей, паршиво ты в людях разбираешься, если таких, как я, в зону водишь.
А потом, откуда ты взял, что это чудо существует на самом деле? Кто вам сказал, что здесь действительно желания исполняются? Вы видели хоть одного человека, который здесь был бы осчастливлен, а? Может, дикобраз? Да и вообще, кто вам рассказал про зону, про дикобраза, про комнату эту? Он. Тогда я вообще ничего не понимаю. Какой же смысл сюда ходить. Тихо как. Слышите? А что, бросить все? Взять жену, мартышку и перебраться сюда? Навсегда. Никого здесь нет. Никто их не обидит.
Вернулся. А это откуда? Там пристала. Не бросать же ее. Ну что, пойдем? Мартышка ждет. Идем? Вам никому собака не нужна? Да у меня таких 5 штук дома. Вы что же, любите собак? Что? Это хорошо. Ладно, пойдем. Если бы только знали, как я устал. Одному Богу известно. А еще называют тебя интеллигентами, эти писатели, ученые. Успокойся. Они же не верят ни во что. У них же орган этот, которым верят, атрофировался. Успокойся. За ненадобностью. Перестань.
Перестань. Пойдем, ты ляг. Не надо. Ты ляг, ляг. Тебе здесь сыро, тебе здесь нельзя. Сними. Боже мой, что за люди? Успокойся. Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься. Ты же видела их, у них глаза пустые. Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить, чтобы продать себя подороже, чтобы им все оплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что они призваны. Они ведь живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить? Успокойся. Не надо. Постарайся уснуть, а? Усни. Никто не верит. Не только эти двое. Никто. Кого же мне водить туда? Господи. Самое страшное, что не нужно это никому. Никому не нужна эта комната. И все мои усилия ни к чему. Ну, зачем ты так? Не надо. Не пойду туда больше ни с кем. Ну, хочешь, я пойду с тобой? Туда хочешь? Куда? Думаешь, мне не о чем будет попросить? Нет. Это нельзя. Почему? Нет, нет. А вдруг тебе тоже ничего не выйдет? Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. А он растяпа был, жалкий такой. А мама говорила, он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант, и дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А я даже и не спорила. Я и сама про все это знала, и
что смертник и что вечные арестанты, и про детей. А только что я могла сделать? Я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Но только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. А может быть, я все это потом придумала. А тогда он просто подошел ко мне и сказал, пойдем со мной, и я пошла. И никогда потом не жалела. Никогда. И горя было много, и страшно было, и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба. Такая жизнь, такие мы. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот. Люблю глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной. Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии небесной, окинешь бегло целый круг. Но есть сильней очарование глаза, потопленные ниц, в минуты страстного лобзания. И сквозь опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желания.